Многие задают вопросы, как можно обходиться без кофе по утрам. Асаны-йоги заряжают нас на целый день. А какие асаны? Сегодня вы это узнаете. Поза уттанасана. Уттана переводится как вытяжение. Если мы усталые, если мы понервничали, то прекрасно снимет усталость уттанасана. Также хорошо эту позу выполнять с утра, для того, чтобы пробудить тело, для того, чтобы сделаться спокойными и настроиться на весь день. Вариант с прогибом покажет Эльмира. Он хорош для тех, у кого есть сложности со спиной, либо пониженное давление. Второй вариант покажет Галина со стулом. Это для тех, кто чрезмерно устал, для тех, у кого есть мигрень, головная боль, головокружение. Приготовьте эти материалы. Я покажу вариант полный. Подберите себе более подходящий для вас и выполняйте с нами. Поставьте стопы на ширину бедер. Вытяните пальцы на ногах. Оттолкнитесь всей стопой и пятками, и передней частью от пола. Поднимите вверх коленные чашечки. Вытяните ноги. Разверните плечи назад. Вытягивайте всю спину. Со вдохом поднимите прямые руки вверх, ладони друг к другу. Отталкивая стопами, растите вверх. И на выдохе медленно наклоняйтесь вперед, сохраняя вытяжение ног. Не сгибайте колени. Поворачивайте бедра внутрь. Расслабляйте живот, внутренние органы живота. Расслабляйте спину, затылок. Оставайтесь в позе около минуты. Те, кто делает позу со мной, поменяйте захват локтей. Еще раз. Ноги вытягивайте вверх, а спину отпускайте и размягчайте. Со вдохом поднимайте себя руками. И встаньте в тадасану. Атха Мукха Шванасана. Поза собаки лицом вниз. Вариант, когда голова на опоре, покажет Эльмира. Это для тех, у кого усталость, у кого какие-то проблемы со здоровьем. Второй вариант покажет Галина. Пятки она поставит на кирпичики. Для тех, у кого жесткие икроножные мышцы. И я покажу полный вариант. Поставьте стопы на ширину бедер. Приготовьте руки, вытянув все пальцы рук вперед. Ладони поставьте на ширину плечевых суставов. Ноги примерно на метр от ладони. Поднимите пятки вверх. Выпрямите локти. Оттолкнитесь руками. Смотрите вперед и вверх. И прогнитесь в грудном отделе позвоночника. Теперь втягивайте лопатки. Вытягивайте ноги вверх, колени держите крепкими. И опустите ноги, стопы на опору. Либо на пол, либо на кирпичи. Ноги и туловище выполняют две прямые линии. И соединение этих линий, вершина угла, все время поднимается вверх. Отталкивайтесь руками и стопами от пола и растите вверх. Почувствуйте удлинение всего позвоночника. Голову и затылок оставьте расслабленными. Посмотрите вперед и вверх. Подойдите стопами к рукам. И со вдохом поднимите руки вверх. Встаньте в тадасану. Поза Урдва Мукха Шванасана. Поза собаки лицом вверх. Урдва значит вертикальный вверх.
поза, которая оживляет, раскрывает, дает бодрость, энергию, силы. Тоже три варианта. Первый вариант Эльмира выполнит так, чтобы передняя часть бедер была на кирпичах или на какой-то другой опоре. Это вариант для тех, у кого проблемы с поясницей, с внутренними органами. И также вариант более терапевтический, более мягкий вариант, когда бедра будут на стуле, покажет вам Галина. А я буду выполнять полный вариант. Приготовьте материалы. Галя со стулом, Эльмира с кирпичами. Те, кто выполняет позу вместе со мной без материалов, ложитесь на живот. Поставьте руки примерно на уровень талии. Хорошо вытянув все пальцы рук. Средние пальцы вперед. Все остальные пальчики от средних в сторону. Лоб положите на пол. Расслабьте лицо. Поднимите коленные чашечки вверх к основаниям ног. Направьте низ позвоночника внутрь, так, чтобы поясница не падала к полу. Вдох. На выдохе выпрямляйте локти и поднимайте верхнюю часть тела, голову от пола. Сохраняйте локти прямыми, ноги прямыми. И втягивайте низ позвоночника, приближая таз к рукам. Теперь постарайтесь раскрыть грудную клетку, двигайте плечевые кости, плечи назад, расширяя верх грудной клетки. Поднимите голову, не напрягайте лицо. И вытягивайте весь позвоночник. Сначала нижний отдел, затем средний и верхний. Медленно опуститесь вниз, расслабьтесь. Сделайте несколько дыханий. И еще раз. Вдох. На выдохе поднимаемся. Урдва Мукха Шванасана. Все два варианта, которые показывают Галя и Эльмира, очень хорошо помогают нам делать ту работу, которую мы должны выполнять в обычной позе. Это втягивать передние части бедер, чтобы работать всем позвоночником. Если мы забудем о нижнем отделе позвоночника, у нас поясница будет проваливаться, и вся нагрузка будет приходиться на нее. Отталкивайтесь бедрами и втягивайте копчик. Вытягивайте весь позвоночник вверх, растите. Ноги твердые, сильные. Постарайтесь вес на ладонях сохранить на внутренних частях. И медленно опуститесь вниз. Поднимитесь. Поза Чатуранга Дандасана. Читур 4, Данда Палка. Эта поза требует силы рук. Это частичная поза, баланс на руках и на стопах. Поза прекрасно готовит мышцы спины к прогибам назад. Если вы сможете выполнять эту позу, значит, у вас крепкие мышцы спины, и позвоночник будет находиться долго в хорошем состоянии. Три варианта. Первый вариант будут выполнять девушки лежа животом на болстере. Это тем, кому сегодня нельзя выполнять позу, те, у кого критические дни. Этот вариант покажет Эльмира. Второй вариант Галина будет выполнять, руки ставить на кирпичики. Вариант более готовит к позе, учит нас выполнять позу. А я буду выполнять полный вариант. Приготовьтесь, ложитесь на живот. Лоб положите на пол. Стопы раздвиньте на ширину бедер, подверните пальцы ног. Вытяните все пальцы рук, средние пальцы вперед, остальные в стороны от средних. И поставьте руки на уровень талии. Сделайте очень сильными внутренние части ладоней. Локти направляйте назад.
Вытяните ноги, коленные чашечки твердые. Вдох. С выдохом поднимитесь на 10-20 сантиметров от пола. Те, кто на болстере, не поднимается. Вытягивайтесь вперед. Ноги твердые. И опуститесь. Эта поза сложна для выполнения в начале. Некоторые из нас делают позу вот так. Поднимают вверх таз. Некоторые поднимают грудную клетку и не могут поднять одновременно то и то. Все тело должно быть в одной плоскости, на одной линии. И опора на четырех, две руки и две ноги. Четыре опоры. Приготовьтесь. Еще раз. Направляйте локти назад и вниз, а плечевые суставы вверх. Втяните лопатки. Крепкие, сильные ноги. Направьте низ позвоночника внутрь и весь позвоночник держите на одной плоскости параллельной полу. Вдох. С выдохом поднимитесь на сантиметров 5-10 от пола. Вытягивайтесь вперед. Сохраняйте дыхание спокойно. Отпуститесь. Расслабьтесь. Встаньте, пожалуйста, все. И теперь мы выполним комплекс Сурья Намаскар. Комплекс Сурья Намаскар. Сурья – солнце, Намаскар – приветствие, приветствие солнцу. Этот комплекс включает позы, те, которые мы только что с вами разучили. Считается, что если утром человек сделает этот комплекс, поприветствует солнце, то день сложится прекрасно. У вас будет много сил, много энергии, много спокойствия и много уверенности. Девушки, если у вас критические дни или просто какие-то недомогания, ложитесь в позу Супта Бадха Конасана. Прыгать не нужно в это время. Если есть проблемы с позвоночником, грыжи или смещение, то выполняйте позу без прыжков. Все остальные можете выполнять полный вариант позы. Сурья Намаскар. Галя ложится в Супта Бадха Конасану. Соедините ладони вместе перед грудиной ладони. Это жест приветствия. Но не держите ладони пассивными, оттолкнитесь ими, отведите плечи назад и втяните лопатки. Это поможет раскрыть уже сейчас грудную клетку. Дышите спокойно, ровно. Со вдохом Урдва Хастасана, Урдва вертикальный, вверх. Вытягивайтесь вверх. На выдохе наклонитесь, поставьте кончики пальцев рук на пол, смотрите вперед и вверх. Теперь полностью ладони поставьте на пол, согните ноги в коленях, вдох. И на выдохе прыжок Адха Мукха Шванасана. С выдохом прыжок Чатуранга Дандасана. С выдохом прыжок Урдва Мукха Шванасана. С выдохом прыжок Адха Мукха Шванасана. И на выдохе прыжок к рукам Уттанасана. Урдва Хастасана. Отпустите руки вниз. И сейчас еще несколько советов. Прыгайте так, как будто бы вы хотите взлететь. Высоко поднимая ноги, высоко поднимая таз. Посмотрите. Не просто ставьте ноги назад, а подпрыгивайте вверх. Приготовьтесь. Теперь 6 раз в своем темпе, в своем ритме. Помните, что все движения, все прыжки, входы в позы делаются на выдохе. Сохраняйте дыхание максимально спокойным. Намасте.
Урдвахастасана. Утанасана. Адхамука. Шванасана. Чатуранга. Урдва. Адхамука. Утанасана. Урдвахастасана. Утанасана. Адхамука. Чатуранга. Урдва. Адхамука. Утанасана. Урдвахастасана. Утанасана. Адхамукха. Чатуранга. Урдва. Адхамукха. Утанасана. Урдвахастасана. Утанасана. Адхамукха шванасана. Чатуранга. Урдва. Адхамукха. Утанасана. Урдвахастасана. Утанасана. Адхамукха шванасана. Чатуранга дандасана. Урдвамукха шванасана. Адха. Утанасана. Урдвахастасана. Последний раз. Утанасана. Адхамукха шванасана. Чатуранга. Урдва. Адха. Утанасана. Урдвахастасана. Намасте. Наверняка у многих не получилось то, что мы сейчас предлагали. Но помните, мы-то занимаемся уже не один год. И первый раз наверняка сложно выполнить все, что мы попросили. Вы можете таким образом разучивать этот комплекс. Не выполнять сразу все, а, например, урдвахастасана, утанасана, адхамукха шванасана. Утанасана, урдвахастасана. Затем добавлять позу урдвамукха шванасана. Утанасана, адхамукха шванасана, урдвамукха шванасана. Адхамукха шванасана, утанасана, урдвахастасана. И в последний раз, возможно, через несколько дней, может быть, через несколько месяцев, а кому-то, может быть, через год, добавить чатуранга дандасана. Урдвахастасана, утанасана, адхамукха шванасана, чатуранга дандасана, урдвамукха шванасана. Адхамукха шванасана, утанасана, урдвахастасана, намасте. Помните, постепенность, не насилие – это важный принцип йоги, поэтому не расстраивайтесь, всему свое время. И после активного комплекса сурья-намаскар всегда нужно сделать несколько пассивных поз. Ну, например, такая, как поза Адха-Мукха-Вирасана. Приготовьте болстер, на который можно сесть, или валик из одеяла. Галя покажет этот вариант. Он прекрасен для тех, у кого критические дни или у кого мигрени. Он снимает усталость, напряжение. Все остальные. Раздвиньте колени в стороны, сядьте на пятки. Наклонитесь вперед, вытяните руки вперед. А Эльмира покажет еще одну вариацию. Голову положит на опору. Вытягивайтесь вперед, чтобы вытянуть всю переднюю поверхность тела. И теперь отпустите голову вниз и расслабьтесь. Если таз поднимается вверх, вам никак не опустить его. В этом случае берите больше под голову. Таз обязательно должен быть на пятках, тогда расслабится живот. Успокойте дыхание. Размягчайте область пахов, область низ живота. Расслабляйте затылок, лицо, шею. Выдыхайте в самую напряженную часть тела, размягчая ее и расслабляя. Помните, что йога учит нас равновесию, и поэтому всегда активные позы нужно чередовать или завершать более пассивными, спокойными. Поднимитесь. Сядьте.
Саламба Сарвангасана – это королева йоги, одна из главных поз, которая улучшает состояние всего организма, улучшает память, творческие способности, снимает усталость и омолаживает. Если есть сложности с шеей, лучше выполнять позу со стулом. Если серьезные сложности, то эту позу нужно заменить на сету-бандха. Если вы очень усталые, если какие-то сложности со здоровьем серьезные, то тоже со стулом выполняйте позу. Если этого нет, выполняйте позу вместе со мной. Для полного варианта необходим ремень и несколько одеял. Примерно высота 5-10 сантиметров. Ширина ремня, расстояние между плечевыми суставами. Ремень мы одеваем на локти для того, чтобы в позе грудная клетка разворачивалась. Если выполнять позу без него, то мы будем стоять вот так. Оденьте ремень, чтобы грудная клетка была раскрыта. Для тех, кто выполняет полную позу, кто со стулом, садитесь так, как садится Галина на стул. И придерживая себя ногами за ножку стула, отпускайте руки, руками перебирайте, придерживайте себя за стул. И нужно положить плечи на болстер, а голову на пол. Для полного варианта поставьте ноги за голову в халасану. Отмерите расстояние от плечей до края одеяла. Справа и слева оно должно быть одинаковым. И таким, чтобы верх шеи, вернее, основание шеи лежало на одеялах. Вытяните руки. Поставьте руки ближе к лопаткам. Согните ноги в коленях. Поднимите бедра параллельно полу. Затем перпендикулярно полу и вытяните ноги вверх. Выпрямите колени, пальцы стоп удлиняйте. Низ позвоночника, копчик и крестец нужно все время втягивать. Постарайтесь вес сохранять на локтях. Не на шее, не на затылке, а на локтях. Стоять в позе нужно только такое время, которое вы можете вытягиваться вверх. Если вытяжение уже прекращается, то лучше из позы выйти. Но вообще выполнение позы нужно довести до 5 минут и больше. Дышите спокойно, ровно. Шея, лицо мягкие, а ноги сильные. Еще раз поставьте руки ближе к лопаткам. Приготовьтесь к выходу из позы. Согните ноги. Бедра сначала перпендикулярны, затем параллельны полу. Поставьте стопы за голову. Вытяните руки назад, поднимите спину вверх. Это поза халасана. И теперь снимите ремень с одной руки и, скругляя спину, опускайтесь вниз. Расслабьтесь. Под голову можно положить одеяло. Если голова не запрокидывается назад, можно лечь просто на ровную поверхность. Ложитесь на спину. Одеяло должно касаться линии плечей.
Плечи отведите как можно дальше от головы. Поверните локти, ладони вверх. Руки примерно на градусов 30-40 отведите от туловища в стороны. Проверьте, на одинаковом ли расстоянии правая и левая рука от туловища. Вытяните задние части ног, пятки. И теперь уроните ноги от самого основания, отпустите их и закройте глаза. Расслабьте все части тела поочередно. Сначала лицо снизу вверх. Размягчайте подбородок, губы, щеки. Расслабьте нос, глаза и лоб. Расслабьте внутри глаза, сделайте их мягкими. Расслабьте заднюю часть головы. И расслабьте всю голову. Расслабляйте ноги, стопы, голени, икроножные мышцы, колени, бедра. Расслабьте спину снизу вверх. Направьте внимание к сердцу, к центру. И побудьте какое-то время так, наедине с собой, наблюдая свое состояние, наблюдая свои мысли. Теперь приготовьтесь подняться. Не резко, плавно согните ноги, руки. Повернитесь направо. Откройте глаза. Оттолкнитесь левой рукой. Сядьте. Сегодня мы разучили новый комплекс Сурья Намаскар. Мы повторять его будем еще не один раз. Вы улучшите свои позы и почувствуете себя сильнее, крепче, здоровее. Всего вам хорошего. До свидания.